По словах специалистов, до конца працовного тыдня ступок термометру не поднимется выше за 17 градусов. 14 вересня чекаются мощные дожди, чем наводнится. Порывы ветра в первой половине дня будут достигать 15-20 метров в секунду. У пятницу ситуация не изменится. Так само прогнозуются дожди, навод навальницы и шквалистый ветер. 16 вересня в субботу на дворе будет больше комфортным. Порывы ветра не перевысит 10 метров за секунду. Температура по ветру будет достигать 19 градусов. Пусть только местами махчим и мощный туман.